Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Усаживайтесь, потом не тащить вкусняшки, располагайтесь! 20, по-моему, второе видео нашего похождения по Лиге Heroes of the Storm. Утренний видос, сегодня воскресенье, я проснулся рано, поэтому поиграем с утреца пораньше. Надеюсь, катки будут искаться не так долго, как они обычно ищутся в 5 утра. И надеюсь, что тиммейты будут адекватные, и, собственно, погнали! Когда забыл сказать, что 2 дня не играл в эту игру и, собственно, сделал небольшой перерыв. Вот то, с чего закончили в прошлый раз и начнем сегодня. Ну, ребят, дни идут, и мне кажется, что на КБ Вольска я сыграл больше всего игр вообще в своей жизни. Просто столько КБ Вольска у меня не было никогда. No, never, never, you never play this map so much. Эй, я был быстрее. Но только в игре. Да, у меня сегодня хорошее настроение. Ты все правильно понял, сегодня я на позитиве. Сегодня я на позитиве, поэтому... Кто это сказал? Это был не я. Это ты. Я уверен, это ты. Но из-за того, что это сказал ты, проклятие Ходса не сработает. Теперь игра будет думать, что это сказал ты, а не я, и поэтому она не будет подсовывать мне неадекватных тиммейтов. Все. Все. Магия не сработала. ПП! Как же я вам завидую, ребят. Вы можете по одной кнопочке перемотать весь драфт. Как же это прекрасно. Как же это просто прекрасно. Я могу сидеть, делать... А вы даже этого не увидите. Вы уже перемотали, я уверен. Давай так. Вот. Если ты увидел этот момент и не перемотал, ну, напиши комментарий. Я пойму. Но будем честны, под этим видосом не будет комментариев, потому что вы все скипнули. Я знаю, что вы мотаете драфт. Потому что драфт — это самое скучное, что есть в этой игре. Сидишь такой 2 минуты, драфтишься, а потом кто-нибудь вылетит в конце. A tank with an escape, oh my. You wanna take tank with escape? So many... Hurt for nothing. Don't like when my teammates talk so much. Вот видишь, я делаю какую-то херню, и эту херню 90% людей не увидят. У нас Стичес маньяк. У нас появился Артанис. А может быть, наш Мефисто возьмёт Тайкуса? А, он уже взялся. Ладно. Итак, почти 10 утра, воскресенье. Что же нас ждет? Унылая хрень? Винстрик? Лустрик? Или, может быть, катки, из-за которых я назову этот видос? Он играет как бог, часть 2? Мы узнаем это после рекламы. Ту-ду-дун. Да, ребят, наверное, я что-то сегодня утром курил. Что-то очень бодрящее. На самом деле, я просто выспался. Не знаю, как это вышло, я поспал ночью. Первый раз за последние 2 месяца. Первый раз за последние 2 месяца я поспал ночью, а не в промежуток с 10 утра и 2 часов дня. И мой организм такой: о нет, он поспал ночью и выспался. Теперь мы будем снабжать его гиперэнергией. Поэтому я такой битва скоро болтливый. Начнется. Приготовьтесь. Доктор Хаус.
Ребят, мы хотим жаб или мы хотим пауков? Ой, жаб. Масс жаб. Я, кстати, понял, почему люди берут на первом левеле нечто из глубин. Оно же типа бафает дальность, а лягушки с каждым прыжком становятся сильнее. И получается, что ты бафаешь, ну, как бы лягушек. Но объективно смысла я в этом очень мало вижу. Ням-ням. Надо стоять соло, пойду вниз. Да ой, отстаньте. Отстаньте. Ты какой умница, продолжай меня стакать, братан. Он пошел облизывать Фонтаниус, а у меня Фонтаниуса нету. Это нечестно. Ты что творишь? Бэк-бэк. О, они взяли слишком рано, кстати. Выбирай талант. Доживем ли мы до 20-го, ребят? Ну, попробуем, конечно. Я думаю, что нет. Просто обычно я беру верхний талант, он лучше. Он лучше, если ты не собираешься стакаться. А я не собираюсь. Ну, ёлки-палки. А я не собираюсь стакаться. Как бы да. Приготовьтесь к испытанию. Он меня убьет. Зачем я вышел? Вот нафига меня послали наверх? Ну вот арта не стоял бы здесь и стоял. Взял меня, поднял против Фолстада. Фолстад просто уворачивается от меня. Триглава включен. Захватите его, чтобы получить доступ к защитнику. Короче, скипаем триглава, пошли пушить. Так, а запись идет? Идет. И пам... А что с мышкой? И памяти даже вроде должно хватать. Это что такое? Тут песчинка, волосок. Не понимаю, ребят. Мри. Он не умер! Эй! I am win. Кажется, мы отдали три глава. О боже, не. Да-да. I'm in position. Да ты что приперся откуда? Ты должен был с другой стороны прийти, черт.
зашел. Блин, че он снизу-то пришел? Проверьте броню вражеского защитника на прочность. Я думал, он сверху придет. Только не говорите, что вы отдадите целую кипу. А Мефисто пошел выполнять мою работу. Интересно. А они отдадут первую, вернее, за первые три главы целую кипу. Ну обалдеть. Ну обалдеть, ребят, прикиньте. Вот они настолько у меня лолики. За первые три главы кипу отдавать. Ну, бред. Это плохо. Это, ребят, говорит о том, что мы очень плохо дефаем три главы. А это значит, что нам отдавать его вообще нельзя. А я тут в размены играю. Да блин, он убежал. Ну вот еще тебя только не хватало. Спасите, помогите. Сенкс. Сенкс, май бразер. Выбери новый талант. Что это будет? Это будет гримадень. Мы будем гримадировать. Ой-ой-ой. У-ля-ля. У-ля-ля, не трогай меня! А я его допилю. Блестяще. И пофигу, что все засчитали Артанису. На. Она увернулась. Ой-ой-ой, я, кстати, не могу ничего сделать, я стою в слипе. Ладно, пойдем отсюда. Хотя против гороша, может быть, заморозка и сойдет. Главное, на 20-м стаке не забыть взять. Но я не настакуюсь, я уверен. Все время забываю, что Вэшка не бьет стенку. Блин, их двое! Эй! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Это нечестно! Они вообще все пришли. Короче, что-то первая катка спустя два дня очень-очень туго идет, я бы сказал. А, так потому что там точка, ну, естественно, они наверх придут, блин. Что-то я вообще втыкаю, ребят, блин. Как же тяжело, когда давно не играл в ХОЦ. Два дня отдыхал от этой фигни, а тут снова играть. Снова потеть. А мне немножечко пофигу, я пойду вниз. И да, я помню, что мы не должны отдавать три главы. Или не вниз. Шел вон отсюда. Ну что за дичь? Чувак просто не пошел. Что за бред? Похоже, вам придется иметь дело с вражеским защитником. Могу только пожелать. О, блин, я промазал кьюха. Блин. Я не должен был промазывать.
А Мефисто лолик, мало того, что сдох, так еще и не пришел на точку. Я Анку не убил, да? О-о-о. Уныние, досада, печаль, разлука. О! Не трогай! Защитник уничтожен. Наш персонал проанализирует боевые данные. И кое-что умеет. Мри! Тук-тук, братан. Он выживет? Ух ты. Да блин, он его засейвил! Ах вы, какули. Зачем я попытался спасти Стичеса? Мало того, что Стичеса не спас, так еще и сам сдох. Ну ладно. Ну и ладно, первая катка трешовая самая. Так, ладно, они там уже фигней страдают. Драка за турельку того не стоит. Утро сейчас умрет, хотя заюзал бабл. Я вас видел. Да блин! Ты так шутишь, наверное? Не отвалить бы тебе от меня, малыш. А? Братка. Новый терминал почти готов к работе. Ну пипец. И нахрен я вот так сделал. Не надо! Не надо, дядя! Не надо! Ну блин, зачем я пошел? Ну что это за кринж был? Я пошел, потому что я думал, они грохнут утро, а они на меня развернулись. Короче, фигово играю пока что. И сделал это в аккурат перед точкой. О, минус Артанис. Да-да.
герой убийц. Выбери талант. У-ла-ла! Надо еще 50 стаков, между прочим. Покажите мне, на что вы способны. Защитник ждет. Для боевых систем защитника нужен наводчик. Вражеский форт разрушен. Так, больше стаков, богу стаков. Защитник отключен. Наши инженеры постарались на славу. Сколько там их надо-то, я уже забыл. 175, да? Ля, какие. О, фалс пошел вверх сносить. А дальше они, наверное, на нашу осадку пойдут, верно? Или нет? Здорово. А ты, я смотрю, прям наглый дофига. Ух ты. Так, пойдем стаки дособираем. Осталось прям чутка. Не трогай мои стаки! Это были мои стаки. Чертяка. Еще 9 и 5, 14. Два стака миньонов надо собрать. Да блин, он не дает. Нет. Дай собираю, я собираю миньонов, отстань. Терминал доступа почти готов. Осталось миньон. Крепость уничтожена. Ух ты, капец мне. Так и знал. Доступ отключен. Займите его, чтобы активировать защитника. Герой. 174, нужен один стак. И там все умерли, кстати. Кажется, это поход в кору. И вот закономерный вопрос, который я себе всегда задаю. Ну вот и стоили того эти стаки?
Вот я настаклился, ребята, игра закончилась. Вот и получается, что выгоднее брать кьюшку на 4-м и на 20-м армор. Потому что да, у меня 6000, а чё толку? Я ими не воспользовался. Ничего толком из этого хорошего не вышло. Ладно, я пошел жарить себе яишенку, а вы, соответственно, через миллисекунду окажетесь во второй катке. Но для меня эта миллисекундочка будет не милли и не секундочкой. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, трешовые катки, здесь я плохо играл, объективно. Я здесь слабовато отыграл, много тупил, но зато было угарно, весело, задорно. Вот такая катка, вот такие таланты. Я даже осадку не забрал, все Мефисто скрысил. Короче, вот. Сейчас пойду. Бойня на Абраксисе! А мы подтверждаем нашу теорию, что у этого стримера не бывает других карт, кроме как Небесного Храма, КП Вольска и Бойни на Абраксисе. Ладно. Так, ну здесь вообще ни одного смурфа что-то. Значит, мы будем предводителем этих лоликов. Главный лолик этой команды. Но не факт, что я буду на Лунаре, я ее, конечно, припикнул, но вы понимаете. Все может поменяться в совершенно любую секунду. Давай попробуем. А, ну ладно. Я уже думал, он не возьмет никого. Thank you.
Битва скоро начнется. Так, ну что, ребят, сейчас мы узнаем, апнули ли мы четвертое золото. Бой начнется через 10 секунд. Четыре, три, два, один. Не разочаруйте меня. Эй, это был мой огонек. Это какой-то вялый старт у нас, конечно. Тихо. Поспешил. А поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Плотная будет каточка. Тайкус, конечно, тут с Тассадаром очень жестко смотрится. Хотя вон Тассадар уже минуснули. Не дотравил. Ой-ой. Как-то без Тичеса трудно, я бы сказал, алло. Огонек. То есть у нас двое наверху и не могут при этом выиграть, я правильно понимаю? О, хана мне. Наглость и жадность. Так, отлично. Не трогай.
Так, но я умираю явно, да? И челика этого не убиваю, потому что у него щиты и Андуин рядом. А Стичес опять ушел наверх. Блин, это плохо. Наша Сони не может выиграть Дехаку. Это какая-то дичь. И из-за того, что Стичес постоянно уходит, мы не можем 3 в 4 выиграть. А, больно, он меня грохнет, кстати. Зерги уничтожены. Отправляйся в экспедицию, говорили они. Это весело, говорили они. Я им покажу веселье. Только выберусь отсюда. Да ё, почему вы всегда вместе? А вот это никто дефать не хочет, да? Все нормально, что мы просто отдали целую кипу. А она ведь ее не задефает. Ой, я, кстати, умру сейчас. Ну да. Просто отдали кипу. При этом мы им ничего не снесли, чтобы вы понимали. Ну, клево. Да ё. Маяки, они заработали. Но я был под ультой, что он хочет от меня? Да ты как понимаешь-то, что я сюда иду? Что за бред? Почему он так на упреждение шел? Или типа они просто поднимались на другую линию, что ли? Здорово. Так, ладно, попробуем что-нибудь сделать здесь. Пока тут парочку наших зергов есть. Это, конечно, результат будет минимален. Враг сокрушил ваш порт.
Сейчас, походу, не апнем мы четвертое золото, ребятки. Да блин! Ну он не умрет, да? Ну конечно. И всем пофигу. Блин, я не знаю, у меня очень большие подозрения, ребят, насчет этой Джоанны. Может, чувак просто хорошо играет, но почему он развернулся перед кустиком? Просто смотрите, была ситуация, он идет в куст, секундная невидимость всех врагов, и он уже наверху в куст не пошел. Просто в это время, там стоял Стичес, который мог бы ее просто проглотить, унести и убить. Скорее всего, чувак просто не чекает лицом кусты. Скорее всего, мы здесь отдадим эту игру, потому что сетап у нас слабый. По итогу. Ну и я не могу никак убить никого. Это уж хреново. Еще и босса отдали. Сони не смогла Дехаку победить. Печально. Вроде бы... Хорошая Соня побеждает хорошего Дехака. Но у нас, видимо, плохая Соня и хороший Дехака. Мы ведь не хотим отбиваться от волчьей земли. Вот опять, куда они идут? Вот откуда она знала, что я здесь? Типа я от миньонов убежал? Ну ладно. Но мне все равно не нравится эта катка. На этот раз слепоты не будет, братан, но ты умрешь. А я тоже умру. А я тоже умру, потому что 3 левела нет, и я устал сокать за Соню. А, и зерги поверху. Не, ребят, это ГГ без шансов, у нас очень слабое соло. А эта карта чисто от соло играется. У меня рубак нет на этом аккаунте. Обидно. Я мог бы взять, конечно, Рексара, но у них Тайкус. Да и как-то я не думал, что у нас все будет так плохо. Да ну не, короче. Не знаю. Надо чекнуть Джоанну, во-первых. А во-вторых, ну тут объективно просто у нас слабее пик. И эта игра про пики, а не про что-то там. Хотя, конечно, иногда скилловые челики и с говнопиками тащат, но... Но команда у нас была не скилловая. Вот такая катка, вот такие таланты. Что там за Джоанна была? Вообще подозрительная. Ну да, чувак просто, видимо, не чекал кусты. Ну да. Хотя, конечно, там парочку моментов мне не понравилось в том, как он играл.
Ну, спишем это на то, что он просто скилловый. И по итогу, кому Соня-то проиграла? Ну, это обычный чувак, ну да, дехака высокого левела, и что? А у нас чувак на Соне не играет, вот что. Эх, ладненько. Вечная битва. Вечная битва. По-моему, это челик с прошлой катки. Как и там вся команда. Да. Имбалансит, кэтбой. Не знаю, что я хочу взять. Нужно что-то, что будет хорошо рейси. Давай по упоротому поиграем. Рейнера возьмем. О, а чё, ему апнули талант? Погнали, раньше 8% давал, а сейчас 10 дает. Фига. Вот Артаниса с Лунарой мы, конечно, провтыкали жестко. А нас уже кидает чисто в четвертое золото, вы заметили? Однако.
скоро начнется. Приготовьтесь. А меня на соло, что ли, отправляют? Ну ладно. Бой начнется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Сражайтесь с честью! Ля, какой противный чувак. Вот такого? Я не ждал. Что за дикая наглость? Двое на топе. Меня убьет, кстати. Ха-ха! Капец. Капец, мне повезло, я бы сказал. А мои челики еще и снизу умирают. Ага. Ситуация. Блин, не успел. Берегитесь. Наша вечная битва скоро захлестнет и вас. Выбери талант. Из этих земель. Я подозреваю, меня сейчас гангануть, да? Нет. Мы должны сменить позицию. О, успел. Отлично. Очень даже отлично. То, что я загрел на себя Лунару, это плюс Иммортал нам. Что-то я здесь, ребят, не верю в то, что мы можем отдавать Иммортал.
Как-то пики у них прям не очень-ские, я бы сказал. Вернее, даже наоборот, очень даже очень-ские, и из-за этого у нас ситуация не очень-ская. Вот так будет правильно. Я иду ко вратам преисподней. О, what the fuck? А чё за прикол? Рядом стоит Андуин. Одна кнопка могла меня спасти. Дэшка называется. Просто одну кнопку жмешь и все, и не надо ни хилить, ничего. А чувак просто решил заигнорить. Скорее всего, они в пачке, и он просто игнорит всех, кто не они. Ладно. Мурадин к тому же еще и соло пошел. Странная у нас команда, конечно. Ха, ваш форт лежит в руинах. Уже в пути, смертные. Готовьтесь. Ни хрена народу. Че происходит? Че так потно? Сейчас будет свап, я так подозреваю. Да-да. Очищу этот мир от твоей скверны, отродье тьмы. Да блин! Да блин, ну стоит рядом Андуин и ни хрена не делает. Ну Д, хоть раз нажми Д. У него есть Д, он ни одну Дэшку не жмет. Что за бред? Два раза умер из-за того, что он не может нажать Дэшку. Да, меня свапнули. Да, меня подловили. Ну так засейви своего тиммейта. Если он такой беспомощный у тебя вляпался в какую-то ситуацию. Сейчас вот будет еще один хук. Ну, пожалуйста. Это у нас какая-то странная ситуация получается. Хил есть, но как бы нет. А у них еще вон и Каразим сейвит. О, ну да. Да ну. Не. Как мы могли им проиграть в прошлой катке? Тупо повезло им, что им попался Тайкус хороший. А сейчас он ее нажал. А сейчас он нажал и Д, и купол. Ну, ребят, это явно чуваки в пати, и просто он игнорит всех, кроме нее. Ну, что за бред? Ладно. Я понял. Команды нет. Ваша у нас. Ваша смелость велика, смертные. Но демон всегда возвращается. Ну, конечно.
Там Андуина убивает, а сейчас здесь нас убьют. Уходим отсюда. Сейчас надо подраться и убить всех, почему я не на лошади? И убить всех врагов. Тебе не уйти от моего правосудия. Они хотят рейсить. Это печальная новость. Ну конечно, братан. Где эта фигня стоит? Конечно, она просто заморозилась. Ну ёлы-палы, что за бред? Она просто взяла и заморозилась. Я ж просто так, да, решил остановиться и умереть, верно? Я же не ждал, что ты во время петли дашь хоть какой-то урон, чтобы мы ее убили. Нет, я же просто решил тебя спасти, а сам сдохнуть. Ну лол. Вот же бред. Реально. Не бойтесь. Я вернусь и вновь вступлю в бой с владыкой демонов. Клянусь вам. Блестяще! Эх, нас сейчас здесь нагреют без 16-го, и мы проиграем. Да, вот примерно вот так. А ничего, там Керриган под кипой гуляет. Нормально ей, видимо. Так, я свою задачу выполнил. Я вот-вот буду на месте, как и мой враг. Клево, мы сейчас проиграем. Как я и говорил, без 16-го. Противник напал на цитадель. Я сражаюсь во славу небес. Они теряют кучу времени. Ну хотя бы кого-то надо укокошить.
Я должен сменить стратегию. Вот где Андуин наш? Непонятно, да? Блин, ну с Артанисом, конечно, мы дали оплошность. Как мы его не забанили вообще? Кто-то травит. Кто-то травит. Лунара травит. Ну да, она дотравила. Ну... Ах, бредятина. Ну как вы его не убиваете-то, ну? Серия убийств. Никто не стал дефить, это печально. Могли сейчас взять Иммортала, если бы хоть кто-то стоял на дефе и не давал Лунаре бить. А я не могу рейсить, если там Лунара добивает, у нашего Иммортала хп было меньше. Нормально разменялся. И Керриган задефал, и хрень убил. Блин, не достаю, прикиньте. Тройное убийство. А вот это плохая идея. Герои, мы бессмертные, скоро вернемся. Твои слуги из преисподней пойдете передо мной. Я должен сменить позицию. Мы если сейчас здесь все умрем, то мы проиграем. А мы здесь все умрем. О, все, досидос. Ну, они сейчас просто пойдут в кору. Злу нигде не укрыться от моего взора. Если я умру, то мы проиграем. Ох.
А, ну конечно. О, нифига, Хроми, получается, может остановить подтягивание стичеса. Ну, здесь без шансов, ребят. Ну, я не знаю. Это завтык. Челик не забанил Артаниса, и они взяли Лунару, и все. Три первых Иммортала сделали свое дело. Ну и как-то странно все соло стояли. Ну, не знаю. Обидно. В какой-то момент запахло камбэком, но это была неправда. Драконий край. Не идут что-то катки на обычных героев. Давай брать тогда героев вроде Азмодана. Хотя, конечно, на Рейнера мне понравилось играть. Может, все-таки... Ой. Так. Бейка. Никто не хочет брать рубаку, танка. Как мило. Да блин! No. Какие еще Абатур с Элиданом, блин? На карте, где нужно постоянно драться. Давайте мы вообще еще Чугала возьмем. Да, вот спасибо, хоть забанили. Сыграем в гамбит на Рейнере. Попробуем. Прошлые две катки научили меня банить стичеса, что слишком часто беру. И никто не уворачивается, даже я. Поэтому я бы сказал, что стичес, пожалуй, пока что самая главная проблема этой лиги. Если в серебре надо было играть на Азмодане, то здесь нужно убирать некоторых героев. Так, запись идет, звук идет. Все вроде бы. Окей.
Погнали. А что это, кстати, у врагов было фул пачка золота, а у меня все серебро. Скоро начнется. Игра решила, что я слишком много выигрываю, да? Бой начнется через 10 секунд. 5, 4, 3. Эх, а в былые времена Рейнар был в обучении. А в совсем былые времена, когда я только начинал играть в эту игру, обучения не было. Короче, стакаемся и желательно не умираем. Эй! Что случилось? Звук? Куда делся звук? О-о. Тихо. Докажите, что вы достойны силы рыцаря дракона. Захватите святилище. Это поворот событий. Ребят, захватите святилище. Вроде просралось, да? Ну и ладно. Бывает у меня иногда такое. Ой-ой-ой, у меня гамбит, нельзя умирать-то. Выбирай талант. Короче, пофигу по кому, главное стакаться. Не надо, не надо, не надо, дядя! Гамбит дороже. Так, сколько я уже? Не надо. Выбери новый талант. Блестяще. Блин, неплохо, я так-то настакался. Аж вон на 15 бонусных процентов. Так еще и вот здесь бонус 60.
Вообще не хил так-то. Ага, я сам сбил его же язычок, лол. Пусть ваши враги страдают, как страдала я. Вы утратили драконью силу. Help me. Нет, мой гамбит. Жадность. Гамбит отдал за стенку. И ведь даже не скажешь тиммейтам, что это они виноваты. Они-то что, они просто пошли брать кэмп. На тиммейтов вообще рассчитывать никогда нельзя в этой игре. Святилища набирают силу. Захватите их и явите миру нового рыцаря-дракона. Не вижу Тайкуса, но он вроде наверху, да? Нет, то есть ко мне может Джайна с Тайкусом прийти, но они пошли гангать, окей. И обретете силу рыцаря дракона. Но я не буду дефить тут смерть. Ну вот, видите. Не надо, отвали. Отвали, 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 отвали. Нет. Нет, 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 нет. Да елы-палы, о.
Он сам меня засейвил, окей. Ой-ой. А где Регар? Ну сейчас уже виноват Регар, а не я. Че он от нас ушел-то? Ну хотя как Регар? Маны-то у меня не было, я бы, может, Ешку бы и нажал. Ладно. Гамбит не самое лучшее решение на Рейнере, конечно. Диабло у нас вообще вон дефается на топе. Когда вам не принадлежала. Не надо. Блин. А что меня подтянул? У меня еще и ДХ-ка подтянул. Почему с нами никогда нету Регара и нет никогда Дьявола? Но очевидно же, что они будут идти сносить бот. Единственная экипа, которая осталась. Ваш форт лежит в руинах. Просто взяли меня, продали. Негодую. Но их же больше, ну чувак. Их же тупо больше. Иду-ка я вверх снесу. Мой возлюбленный погиб, но его сила жива. Захватите святилище и используйте ее. Блин, они все пушат и не дают ничего нам делать. Опять что ли поражение? Что-то сегодня лустрик получается. Может остановиться, пока не поздно. Всегда должен быть рыцарь-дракон. Кто займет его место? Ну, как бы нам до свидос. У них 20-й, у них все время дракон. Они просто играют лучше, чем мои тиммейты.
уже не мой супруг. Это чудовище. Минус кипа. Блин, ребят, опять по ходу поражения. Наверное, надо остановиться. Видимо, сегодня не тот день. Бесполезная команда, нет фронтлайна, нету ничего. И что толку вот от этой загары? Вот она всю игру пушила, она хоть что-нибудь спушила. Вот я стоял снизу, я спушил вниз. Загара стояла наверху, а она спушила ничего. Не знаю, сыграю сейчас еще одну катку и, наверное, это будет финал на сегодня. Ну, типа, если начинается такой лустрик, надо останавливаться. Это уже 3 подряд проигранных катки. Не смиряйтесь с поражением. Станьте сильнее и победите. Лучший игрок. Ну, я думал, на обычных героях поиграем, но нет. Надо опять играть в крысу Азмодана, в Зератула Гангера и вот в эту всю чушь. Ну, конечно, 0-5, 0-5, 1-3. Вот зачем нам нужен был Иллидан? Вот смотрите, у него хоть что-нибудь есть? Ну, вот он, у него средний показатель осадного дэмэджа. Вообще, ничтожные показатели дэмэджа по героям. А, ну, опыт он собирал. Молодец. Миньонов попинал. Ну, не знаю, ребят. Мне кажется, что... Лустрик начинается. А лустрики я не люблю. По-моему, идеальная карта для Азмодана. Сейчас посмотрим. Если выиграем эту катку, я подумаю, продолжать ли этот видос или нет. Но если проиграем, это точно финальная катка, и я сделаю перерыв. Там чё, гал, что ли, будет? Не будет чё, гала. Это сразу они берут, понимаешь ли.
Для меня вообще Аурелия Алекстраза это сразу прямой путь к бану Чугала. Так, ну что, ребят, момент истины. Если выигрываем, я подумаю, продолжать ли этот видос. Если проигрываем, то точно остановлюсь и... И уже как-то в другой раз поиграем. Начнется. Приготовьтесь. Бой начнется через 10 секунд. 5, 4, 3. 2, 1. Да начнется битва! Первая кровь. Ой-ой-ой. Выбирай талант. О, герои! Семена моей мести вот-вот дадут всходы. Попробуйте собрать их быстрее врагов. Не попал. А он попал, а какого хрена? Первое семя взошло. Подберите его. Было бы печально, если бы враги вас опередили. Thank you.
Капец, уже появился. Как Кельтас против Загара сдох, ребят. Кельтас может вообще не подходить, а просто ее поукать, 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 а потом один раз в Ешку поймать и убить. И Джайна где-то укокошил Зул'джин. То есть мы сражались 3 в 3 и проиграли здесь на семечке, да? И при этом мы отдаем верх, и при этом мы отдаем... семечки. Ну лол. Пахнет неочередным поражением. Сегодня, видимо, день такой сливной. Вы готовы подобрать новое семя, герои? Оно уже вырастает. Я так полагаю, сейчас возьмется Харда. Драгоценное семя. Подберите его скорее. Так, меня скипнули. И, в принципе, меня это устраивает. Мы не выигрываем драку, ребят. 4 на 4, 5 на 5, поэтому я не буду ходить. По крайней мере, вот эту семечку я скипну. Ради потенциального минус фор. Пускай тянут там время. Так. Это уже... хоть что там. Оглянуться, как зайдет новое семя. Лол. Надо забирать этих человечков. Да блин.
не жалейте шаркунов. Они больше не чувствуют боли. Победа в бою! Вы только посмотрите. Еще одно сила. Вы знаете, что делать, герои. Поникс. Кайф. Наши семечки. Это означает лишь одно. Мы должны протащить миньонов как можно дальше понизу. Надо меня трогать. Спасибо. Да ё. Хе-хе-хе. Блин, ну вот все-таки, насколько же Азмодан Чилова глупый герой. Вот он работает в золоте, работает в серебре. Но вот платина, алмаз и мастер, мне кажется, вообще просто пережуют и выплюнут этого Азмодана. И не поперхнутся даже. Вот насколько же он все-таки реально именно против конкретных лиг. Ну не знаю, ребят. Короче, давайте до первого поражения поиграем. Кажется, я сейчас помру. Нифига Лусёк всех засейвил. Ой, Алёрик, это я и не заметил, который тут зареспался. Ладно. Некритично. Надо просто не дать им эту семечку, а дальше будет изи. Лучше бы вам его подобрать.
Выбери талант. Ой-ой-ой. Офигеть, лучка поймали так-то. Зато Загару убили. Семя почти созрело. Надеюсь, вы готовы, герои. Я бы отсюда уходил, и Болеорик сейчас зареспится здесь. Новое семя прорастает. Криво зашли, а по ощущениям все равно лучше как сказать. Короче, как-то странно вышло. Должны были сдохнуть, а в итоге убьем, походу, всех. Вот стоило взять Азмодана и сразу Вин. Ну вот что за фигня? Почему нужно брать упоротых героев? Ну давайте еще поиграем. До первого поражения, короче. Посмотрим, что из этого выйдет. Лучший игрок. Так, вот такая катка, вот такие таланты. Ребят, я не знаю, но это какой-то уже реально локальный мем моего канала. КБ Вольск и Бойни на Браксисе, Небесный храм. Все, ребят, других карт нет. Других карт не существует. Сколько я сыграл КБ Вольских за последнее время? Вот давайте посчитаем. Раз, два, три... А, ты забрал моего Азмодана? Не смей. Не смей забирать моего Азмодана. Я против. Можно вот так, кстати, посчитать. А ну, КБ Вольской. Вот. 11,8. 19 игр. И это максимальное количество, чтобы вы понимали. Больше нету нигде. Вот тут 15, 14, 13, 16, 17, 11, завод Вольской 19, 12, 12, 15, 16. Ну да, максимальное количество. Понятно. Печально, печально. Печально, конечно.
Думаю, что возьму Тайкуса. Но есть... Но есть огромное желание взять Вариана. Ням. Медив, конечно, вообще нам не нужен. Классно, а чувак его заставляет взять медива. Андуин Смурф. Посмотрим, что из этого выйдет. Блин, Рагнарос, ну все, Азмодана обнулили. Ну, я бы сказал, что у нас проблемы. С точки зрения Триглава мы, наверное, будем его захватывать, но с точки зрения пуша мы... Я думаю, огребем люлей на все форты. Ну вот, теперь еще и медив не грузится.
Эй, у нас медив бот, ребятки. Будет. С одной стороны, медив бот, наверное, не будет мазать, но с другой стороны... Хотя... Он что есть, что его нет. Герой сбежал с поля боя. Это позор. А чё, как-то можно управлять-то медиумом? А, он реконнектнулся. Бой начнется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Сражайтесь с честью. Так, ну хотя бы не талант на порталы уже хорошо. А он не приземляется, да? Боюсь даже представить, сколько у него процентов винрейт на этом герое. Но просто тут такая была возможность постакаться, а он в режиме птички сидел. Соло он стоять не может. Блин, а он похилился. Не факт, что я его убью. Ну, вот так убил. Ой-ой-ой. Ладно. Что-то я задумался, сорян. Мы пойдем осадку брать. Роботов-защитников модели Триглав для боевых действий в Нексусе. Приготовьтесь к испытаниям. Триглава включен. Захватите его, чтобы получить доступ к защитнику. Так, первого скипнем, ибо я на Тайкусе. Я просто приду его за дефу. Ага. Не скипнем, потому что его Азмодан скипнул. Понятно. Ну и где щиток? Йоу. Не, шляпа. И в итоге Азмодан спустился вниз, не спушив вверх. Это очень-очень-очень слабая команда, ребят. Азмодан не выполняет функцию, которую я хотел выполнять. Это первое. А второе, у нас есть медив, который не дает щиточки, ну то есть...
Догадался. А я вот теперь уже тебе не верю, братан. Защитник уничтожен. Наш персонал проанализирует боевые данные. Нет, спасибо, конечно. Но нет. А этот ты портал поставил для кого, вот, братан? Да-да, надо деф вниз. У нас есть Азмодан, который ничего из этого не делает. Ну, хотя, конечно, ожидать, что он будет топ и низ дефать, это опрометчиво. И тут, наверное, только я и могу дефать. Окей. Ладно. У них еще и Рагнарос. Не, ребят, у нас слабый Азмодан, и он такое не победит. Ну, Азмодан вообще на линии не ходит. Блин, ребят, ну я не знаю. Типа вот, ну, он стоял топ и ушел на центр. Зачем? Низ упал, вверх упал. Надо было забанить Азмодана, если я его не беру. Потому что чувак не делает то, что я делаю на Азмодане. Он не создает давление на врагов. И учитывая, что у нас медив, получается, что соло стою я и Азмодан. А Азмодан его не стоит. А я что-то дохну, играю криво. Ну вот и получается, что ничего не получается. Включаю еще один терминал. Ну, низ они сейчас снесут тут вдвоем. Молодцы, чё. Защитник окажется у вас. Ну, я как и сказал, до первого поражения, и дальше я делаю какой-то глобально тотальный перерыв. Видимо, первое поражение сейчас будет. Ну, слабая команда, слабая. Чувак взял Азмодана, совсем не понимая, что на нем делать надо. Хотя при этом у него винрейт вроде даже адекватный. Надо еще посмотреть, что он за билд взял. Но билд он взял не тот, который я беру. Да, Гарош пошел вниз дефать. Братан, мисс уже мертв. Единственное, что делает Гарош, он сейчас еще и отдаст 3 главы просто за бесплатно. Ой, короче. А, у нас еще 2 левела отставания, блин. Я не знаю, что делать, ребят. Это поражение. Медив еще ливнул, тоже параша.
Блин, ну не, ребят, я прям чувствую. Я чувствую, что вот это слабая команда. Это не золото, это вообще, не знаю, какое-то умопомрачительное серебро, я бы назвал это так. Вообще не вижу варианта, при котором мы здесь выиграем, если честно. Ну, у нас объективно очень слабая команда. У нас медив бот, у нас Азмодан, который не пушит, и я единственный вообще, кто играет в этой катке. И еще немножечко Андуин. Герой решил вернуться. Ну вот нафига он вернулся. Защитник отключен. Наши инженеры постарались на славу. Ничего не снесли. Вообще ничего не снести, имея Азмодана на карте. Трэш. Просто трэш. Ну и медив снова лив. Ну что это за кринж? Герой сбежал с поля боя. Это просто... Ну я не знаю, ребят. Ну тут прям вообще нет шансов. Не вижу шансов. И Горош очень пассивный. Кидает не те цели. Герой убит. Назиба просто ходит безнаказанно всех. Не, вернее, не всех, а все пушит. Азмодан вместо того, чтобы пойти вверх пушить сейчас, пришел себе фражик состилить. Ну, глупое решение же. Иди пуш вверх, 16-й бери. Вот Андуин почему-то это понял. Только вот Андуин не на Азмодане. Меди в бот, да? Я его не убил. Но почему ты все время меня-то бьешь, ты объясни. Так, ну 16-й есть. Не, без шансов. Меди в бот. Азмодан, херня. Горош пассивен, Андуин только играет со мной. Андуину респект. В остальном, конечно, печально. У Азмодана циферки есть, толку нет. Терминал доступа включен. Займите его, чтобы активировать защитника. Вы потеряли крепость. Рагнарос на Зиба просто идут пушить.
Почему Азмодан этого не понимает? Ну, я не знаю, ребят, но это просто бред. Это типа отсутствие игры какой-либо на Азмодане. Но это сразу похороны команды. У тебя мало того, что не самый сильный герой, так еще и не играющий при этом. Он выживет, прикинь. Вот это обида. Герой возвращается в бой. Герой покинул бой. Хе-хе-хе. Нахрена он это делает? Герой, я не понимаю. Вернуться. Снова присоединяется, отключается. Что за дичь? Больно, блин. Я гранату потратил. А я вот не буду отступать, братан, прикинь, да? Вот так вот. Вот такая вот ситуация, братик. Вернулся, блин, на своем медиве. Молодец. Мало того, что медиву взял, так еще и тролль. Всю игру АФК. Ну, я не знаю, ребят, типа, у нас бесполезный Азмодан. У нас медив вообще фигней страдает. Вот куда он полетел. И, ну, тупо я и Индуин не можем вдвоем выиграть пятерку. Доступа почти готов. Осталось немного. Ну, я умру. О, нифига, не умер. Меня не подхилили. Я не понял, зачем Горош кинул на Зиба, и объективно это катка трэш. Горош кидает, не пойми зачем, на Зиба в спину, когда я его вот-вот убью. Не пойми зачем, он нас сам же и запер. И, ну, Азмодан был убогий. Я считаю, что эту катку проиграл Азмодан и медив. Азмодан не пушил, не снес триглав вместе со мной.
То есть у нас всю катку Азмодан не спушил ни одного порта. И при этом у нас был бесполезный медив. То есть у нас получается катка, где играл я и Андуин. А Горош был очень слабый. Ну и как я и сказал, если мы проиграем, то я закончу. Чики-брики, мы в лустрике. Вот так назову этот видос. Ну вот, как бы и все, ребят, видите? Из всей команды только я здесь оказался. Ладно. Видимо, сегодня не тот день, чтобы выигрывать. Ну вот как бы. Вот я, да, а вот команда. И вот где он там 65 тысяч наколупал, вообще непонятно. А то, что у него миллионы, миллиарды опыта и осадки, это, ребята, уже в конце игры, когда у нас ни фартов, ничего, он просто стоял дефл кору. Ну, это трешак, конечно. Ладно, на этой прекрасной или не очень ноте будем заканчивать. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. На группу ВК, сообщество Battle.net, Discord, смотрите спонсорку, чекайте мой телеграм. Удачи в играх и не только, и пока-пока.